Доброе утро, друзья. Железов на проводе. Это будет один из фильмов, но экспромтом, потому что я уже создал их несколько десятков, и все они посвящены тем садоводам, которым по незнанию или по судьбе достались участки с близкими грунтовыми водами. Сколько раз мы разбирались и будем разбираться снова. Надежда Кудряшова берет и... Это, кстати, половина только ее писем. Меньше половины. Берет и присылает мне 10 тысяч рублей. Говорит, я хочу заложить сад. Прежде ее попытки это слезы. Как у миллионов садоводов слезы. Я почувствовал особую ответственность за нее, за ее сад, потому что малые деньги выбросить, а если она и эти 10 тысяч выбросила? Когда я семена высыл, я решил вдогонку прокомментировать то самое, что я и высыл. Да. Покажу примерно, как это выглядит. Пусть это рукописно, пусть плохо вам видно. Но видно все-таки, что посылка состоялась, посылка собрана. И вот я решил снова обратиться к этой теме. Месяцы назад ко мне обратился с точно такой же просьбой. Москвич, я о нем рассказывал. Медик, 22 сотки. И сказал, мой сад должен быть лучший в Москве, Московской области, помогите. Интересно, что... Я ему помог тем, что создал 5 фильмов, и они есть в Ютубе. И эти 5 фильмов на ознакомление я выслал нашей Надежде Кудряшовой. Она их посмотрела, но вопросов меньше у нее не стало. А тема эта безгранична, знаете почему? Здесь несколько тем смыкается. Близкогрунтовые воды. Надо знать, что вот это будет расти, допустим, с короткими корнями. А вот это со стержневым корнем, через несколько лет просто возьмет и умрет. Надо разграничить уже раз. Придется заняться межвидовыми прививками. А это такое, у шансов-то меньше, чем у внутривидовых прививок, согласитесь? Начинается война подвое с привоем, значит, надо брать количество. И мне очень не хочется, чтобы эти 10 тысяч, а это сотни семян, чтобы это не все не пропало. Интересно, ведет себя почва. Знаете, как она себя ведет? Если она чувствует, что эта семечка не предназначена для этой почвы, а в данном случае мы говорим о близких грунтовых водах, часто говорим о глиняной почве, тяжелой почве, о суглинках, тогда получается, почва дает команду, семечки просто не всходят. Тогда мы перестаем садить под зиму. А весной возьмет и не взойдет. Я уж не говорю о естественных врагах, о мышах, о преждевременном. Прямо у поздней осени может взойти. Да, перепутает весну осень. Или ранней весной взойдет. Как взойдет? Лопнет семечко, лопнет косточка. Тут же становится беззащитная, и тут же раз последний мороз ее прибьет. Вот это все работает против сада. А 10 тысяч, они вот так сидят у меня. Я даже им не рад этим деньгам, потому что ответственность-то. Она же говорит, помогите. Ну что делать? Давайте делать так. Что у нее есть? Вот что у нее, допустим, есть. И она пишет, мы будем долго разбираться. Возможно, даже у меня 30-минутные фильмы, я ограничил себя, потому что вы меня уже, извините, доедаете за длинные фильмы. Пусть будут 30-минутные, а может их будет несколько. И вот она присылает фотографии, то, что у нее есть. О холмах речи нет, значит, сгниет это место, не сгниет, но она уже знает, что надо бы садить на холмы. И она еще упоминает... в общем, вы поняли. Это прививка почкой. Здесь обязательно страшная рана. Вот она. Прививка почкой.
Саженец еще не это, не обязательно погибнет. Богатая, ух ты, богатая какая. Ну вот они есть, я и называю вот эти вот саженцы калеками. Ну куда ты денешься? Ну не могут питомники продавать саженцы, привитые лучшей капулировкой. Тогда с ветки получится их несколько, а здесь несколько десятков. Посмотрите, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Каждая почка – это будущее дерево. Если прививать почкой, а окулировкой. Так. Ну ладно, так. Посмотрели, точнее сказать, полюбовались. Что мы будем делать? Нам придется разбираться. Значит, давайте так. В принципе, все будем делить на те виды, которые терпят близкие грунтовые воды. Запоминаем сразу. Вишни, сливы, яблони. Эти и вишни, и сливы, и яблони дают корневые отводки. Но где все взять эти корневые отводки? Тогда я взял, смотрим. Ага, ранетка желтая, пишу, 50 штук высылаю. Ранетка красная, так, 50 штук высылаю. Ранетка одичавшая, 50 штук высылаю. Сибирка окультуренная, 50, раз, два, три, 250, ё-моё, до чего? Все равно, раз вы живете на Урале, основой, уважаемая Надежда, основой вашего сада будет яблоня. Уж самая неприхотливая культура. И опять мы упираемся в то, что у вас в полутора-двух метрах вода. Возьмем семечки вот эти, вы все эти 250 штук посадите, так. Посадите вы их как школкой, что-то взойдет, что-то нет. Сертификация их начнете прямо в марте, им всего месяц надо, чтобы проклюнуться. То есть, чтобы быть готовыми к высадке. Вот так. И потом у них начинается, вы на них привьете потом. Вот. Какое-то время они поживут. И, а я не шучу, вы же решили пойти по длинному пути. Это, как говорится, песня «Нормальные герои всегда идут в обход». Мы с вами идем в обход. Через 5-8 лет ваши яблони могут начать загибаться. У них стержневый корень, он дойдет до воды. Вот. Всякие преграды, помните эти самые, заполнять ямы всякими этими препятствиями. Там упоминаю около 10, начиная от листового железа и заканчивая шифером. Все это ерунда, потому что получается наоборот, гнойник. Если копать глубокую яму и застилать дно, ну, все, это не тема сегодняшнего занятия. Просто не делайте этого. Теперь так. Пройдет время, и вы не думаете, что у вас будет этого, не пугайтесь. Зачем было столько денег высылать? Что у вас 250 деревьев будет? Нет. Вот. Но приходит ко мне письмо, а там написано: Валерий Константинович, в Питере торгуют вашими саженцами. Ну, естественно, что это не мои саженцы. Вот. И к чему говорю? Есть несколько человек, которые торгуют потомками моих самых лучших в мире, незамерзающих этих самых абрикосов, сливиш и так далее. Вот. Мы начинаем с вами долгий разговор с самого простого. Во-первых, с яблок. И вот когда они будут расти, у вас, если проявится интерес, ведь я же вам высылал диски, запоминайте, диск номер 13, разжевана прививка. Диск номер 3, в котором что есть? Книга. А там тоже схемы, разговоры это, в печатном виде. Значит, вы, пока зима, начинаете, да, вы жаловались про нож, ничем не могу помочь. Ищите нож с односторонней заточкой. Может, на пятый раз купите, 4 раза вам пришлют нож, которым можно резать только хлеб, вот, двусторонняя заточка. Но я вам ничем помочь не могу. Вот. И потом начинаете резать, длинный косой срез,
когда вы одним движением научитесь делать, а потом точно такой же опять одним движением, чтобы у вас получилось вот так вот, вот так вот, и тогда вы уже готовы, как говорится, столяр против плотника, есть такое выражение. Вы будете уже это самое, столяром. Итак, дело это не хитрое, и когда-то вы возьмете или закажете у меня большую партию черенков, скажете, о, с большим этим запасом, вот, привьете эти 100 или 200 вылезших моих этих самых, неважно, это ранетка, оккультуренная ранетка, сибирка, просто сибирка, специальное разнообразие такое дал, и ранетка оккультуренная, все это прививайте. Вот так вот. У вас появится маточный сад, почему? Потому что лучше из лучших оставите навсегда. А что не то, что хуже, ну чуть-чуть там на сантиметры меньше, на рынок. Или вы будете гордо отдавать объявление, как та неизвестная дама, мол, дала объявление и торгует саженцами железа, но вы будете говорить, железо мой друг, вот. Ну, в обнимку фотографии такой не будет, но доказать, что вы это ученица раз, и у вас мои материалы два, и у вас уже начнется коммерция. А почему я так нудно подробно говорю? Что не найдется еще кого-то, кто 10 тысяч пришлет и получит то же самое. Но это только начало разговора. Почему? Вот это массовое производство, вроде бы вы не собираетесь торговать, вы не собираетесь. Но то, что у вас получилось, ну на черта было 10 тысяч высылать. А каких 10? Вы еще потом отдельно оплатили книгу бумажную, отдельно диски оплатили, привычные ленты отдельно оплатили, караул. Кстати, я вам все это выслал. И вот получается, что потратили вы денег немало, вот, и когда у вас будет густой такой, пока говорим про яблони, вот, лучшие из лучших останутся навсегда, и через несколько лет, ну, лет через 10, у вас яблони те же, а Урал, Сибирь для меня одно и то же. Я сравнивал условия, ну, конечно, Урал он чем, там настолько разный климат, буквально в километрах друг от друга, что, может, все-таки у вас не лучшее место, но будем надеяться, что лучше. И тогда яблони лучшие из лучших начнут давать вам по 20-30, через 80, по 20-30 ведер. Ну, те же жигулевские, Карлсаны. Вот. Итак, с яблонями поговорили. Значит, первый этап садите, второй этап они начинают давать корневые отводки в огромном количестве. Так? Вот. И когда вы перейдете на корневые отводки и на них будете прививать, вот тогда уже точно, тут я еще говорю, а вдруг корень, они надежны невероятно. Я даже думаю, что даже из сеянцев подвоенных, эти же ранетки и сибирки, даже из них, даже они не должны погибнуть, но это надо убедиться. Раз, вы еще холмы добавите, это все-таки лишних полметра можно сделать, до воды будет. Лишних полметра, это не шутки. А уж когда корневые отводки появятся вокруг этих же, а куда они денутся, и тогда у вас будет уникальный материал. А может это начало вашего пути к селекционеру, раз, невольного пусть даже, невольного. И торгаша, извините, мне, я добиваюсь, чтобы мои ученики вытеснили с рынка всю эту мразь, которая покупают южные саженцы, морочит голову. Представляете, Сибирь. И они утверждают, что у них есть, что они лично выращивают персики, черешню и крупноплодные абрикосы. И ни одной фотографии сада. Ни у одного, ни у другого, ни у третьего, ни у четвертого. В лучшем случае, мы покупаем у других, да, нету у нас это, саженцы. Перепродаем, но зато тоже у сибирских. А где в Сибири вы найдите хоть один черешневый сад? Вот так. Теперь продолжаем этот разговор. Значит, когда вы будете иметь уже маточный сад яблонь, вы скажете, я хочу грушу. Вот давайте так. Нам придется даже потише говорить, помедленнее.
Вот, разбираться будем долго и упорно. Ой, мне кажется, уже и двух, и трех не хватит. Этих самых. Итак, корни. Ну-ка, видно на экране то, что я покажу? Ага, видно. А итак, корни. Вот так выглядит корнесобственная слива. Вот. Как видите, откуда у меня этот сахарниц? Представьте себе, что однажды, а я буду долго говорить, я буду 10 фильмов говорить, а вы можете отключаться в любую минуту. Назло всем буду говорить. Вот эту сливу, раз, два, три, четырехлетка примерно, привез мне тот самый Бодвер легендарный, мой друг, вот, уникальный, гений. И вот, для чего я показываю ее? А вот видите корни? Смотрите, он практически все выкопал. Так, не знаю, то ли он на стержневый привал, то ли на этот самый, на корневой отводок. Вот. Согласитесь, что не опасно для него 1,5-2 метра. Но это, даже не знаю, какой сорт сливы. Ладно, пойдем дальше. Вот, будем подряд искать. Вот эти вот фотографии мне прислали с Прибалтики. Представляете, после каждого дождя вода вот так стоит, вот так вот. Посмотрите, и человек надеется что-то вырастет. Вот видите, взял холмик, пожалел. Но тут я сразу вам говорю, ведь мы же говорим о близких грунтовых водах. Чем вам не пример? Да здесь, да, надо высыпать было земли вот так, половину, как минимум половину самосвала. Вот. А это мне прислали фотографии. Человек по железу работает. Да тут корни уже в воде стоят, согласитесь? Вот. Ну-ка, что тут, не мой ли саженец? Ассорти. Ну, слово ассорти использую только я. Значит, мой. Ну, елки-палки. Я специально вам показываю. Ну, разве это холмы? Эй, коллега, дружище. Да, это за границей, но рядом с нами. Прибалтика это. Вот угораздило, да? Ведь не зря показываю. Вот угораздило. И что меня убивает? Рядом лес. Вот он. Тогда я еще думаю, господи, да может быть там, я все забыл, мы переписывали все. А может быть там, все не так. Может быть до воды-то 3 метра, а здесь чистая глина. И после каждого дождя вода стоит и не может туда просочиться. Ну тогда уже легче. Почему есть такой шанс? А потому что там на дальнем плане нормальный дремучий лес. Вот, ну еще пару фотографий полюбуемся. Господи, смотреть жутко, полюбуемся. Это вот то ли Латвия, то ли Эстония. Ну, здесь уже холм покруче, слава богу. И вот я не могу вам, ну, это уже случайно фотография попала. Вот, ну хоть и случайно, полюбуйтесь на настоящие посылки, на эти дерьмовенькие, которые это, размером с по локоть. Так, теперь мы с вами не можем отвлекаться еще на одну тему, которая называется, ну скажу только, колодец или биолокационные на рамке. Уже есть у меня ученики, которые уже могут рамками определять, где близко грунтовые воды. Для колодца. И наоборот, нормальному человеку, который не знает вообще, что под землей, он выкопает 3 колодца. В одном вода будет на расстоянии 2 метров, в другом на расстоянии 8 метров. Под землей есть, я их так назвал, глиняные линзы. Вода стоит на разных уровнях. Это зависит уже от плотности почвы подземной. Но мы отвлекаться опять не будем. Пойдем куда? Сейчас скажу куда. Итак, вот это вот корневой отводок яблони. Яблоня была выкопана в тайге. Называется она Сибирка. Сибирка настоящая. У нее плоды размером вот с такой ноготь. Это окультуренная Сибирка. Или вот такой, как ноготь на мизинце. Вот это и есть Сибирка. Значит, прожив год, уже будучи выкопана в качестве отводка, а в тайге 99% это отводки, а не семена.
Вот. Она приобретает такой вид, и естественно, что когда вы получите вот это самое, где оно там, вот это вот, у вас никогда саженец такой не умрет от того, что, допустим, не может напиться воды. Понимаете? Ну, корневые отводки, вот они. Вот. Не могу я долго рассказывать. И теперь, когда вы получите сад на этих корневых отводках, которые, надежда, вырастите сами из семян, второе поколение уже, надеюсь, корневые отводки, а потом, это 17 лет, решаем проблему груш. Допустим, набираем, ну, здесь пока ясно, набираем, где-то тут мы набираем, уходим с этой самой. Ой, вы сейчас побываете святая святых. Когда-то я этот архив я дарю Елене Александровне Савинович, пока одной. Но и у брата есть копия, и то, по-моему, она уже это устарела или не открывается. Но. Когда-то это, надеюсь, весь архив перейдет в какой-то из самых главному академику, вот, чтобы он был распространен на всю российскую науку, пока они отстали в 19 веке. И вот что получается. Значит, мы набираем вот здесь слово «груши». Почему, сейчас поймете. Что-то груша хотелось, да? Груша. Так, не получилось. Сейчас мы снова зайдем. Я никуда не спешу. Архив, документы. А вот почему. Я не там искал. Возвращаемся обратно и находим. Вот здесь набираем слово груша. Вот. Вот они. Чем отличается груша от яблони? Я начинаю с того, потому что мне поверят, не поверят, но я начинаю с того, что груши с яблонями являются близкими родственниками. Например, ну, мы все это проходили, может, сейчас где-то фотография такая встретится. Вот, может быть. Здесь часть моих фотографий полностью собрать не хватает ни времени, ни сил. Груши, они родственники яблонь. И если у них стержневый корень, и невозможно, у вас точно груша расти не будет. Тогда мы возьмем ее и привьем на яблоню. Но тут начинается так, опять надо брать количество. Одни сразу и дают прекрасный урожай. И кто видел все эти 160 вебинаров, море примеров. Вот, не могу я на них отвлекаться. Значит, получается так, что вы вначале... Если, допустим, уже я не смогу торговать этими черенками, мало ли, может, последний год. Вот, видите, вы берете и выращиваете семена уже культурных груш. Культурных, так? И берете, отрезаете большую часть и переносите на яблони. Вот сам принцип, понятно? Вот, значит, у вас появится грушевый сад таким образом. Вот. Тут можно было бы поискать, ну, какие у меня урожаи, это после сбора урожая столько осталось, кстати. Вот. Теперь, раз получается такой хитрый путь, все-таки грушевый сад вы можете вырастить, но на яблоневых корнях. Я вам показывал, как выглядят яблоневые корни. Давайте сразу про вранье. Вот она, подлая. Нет такого человека, который не сообразит, что это... Рисунок. Вот. Еще одна подлость. Колоновидные груши. Некогда комментировать. Ну и далее. Показать вам грушу, привитую на яблоню. Ну-ка, может удастся. Здесь у меня экспромт. Я не... могу уже физически специально готовить подробное,
передачи подробные. Почему? Все позади. Я уже сжег себя. Вот. У меня тысячи фильмов. Вот 5 фильмов я показал Надежде, она сказала, трудновато. Учите дальше. Вот она, груша на яблоне, смотрите. Здесь, допущена была ошибка такая. Не ошибка, а специально проверить, что же мне прислали. Так, я беру, приваю на плодовую ветку и на второй год получаю урожай. На третий год тоже две, на четвертый год одна, на пятый год ветка мертва. Вот. Это называется скелетная прививка для проверки, чего прислали, качество это. А так, если на ростовую, ну, это уже опять. Если я начну опять, мне 160 вебинаров надо. Но я вам показал пример прививки. Так. А вот это вот, видите, Макаров, у него на яблоне груши, или на грушах яблони, но это исторический факт. Вот садовод Макаров, который живет в городе Обнинске, один из лучших моих учеников, которым я горжусь. Вот, ну, достаточно пока, надеюсь. Вот. Вот так вы будете выращивать саженцы. Вот это саженец Сергей Железов привез на этот, на слет садовода, вот здесь слет садовода. Посмотрите, какие у нас фрукты у этих. Вот. Вот это его саженец. А вот это привезла фирма тоже продавать. Они все мертвые. Только мне стыдно было это говорить. Они высохли намертво. Вот смотрите еще раз. Сергей Железов и фирма, которая прислала из Европы сюда, в Сибирь. Вы поверите? Но я опять расскажу от темы. Итак, фактически мы тему такую закончили. В каком плане? У вас будет эти самые груши уже привиты на яблони. Лучше, так я посмотрю, семена я выслал, нет, именно груш. Я вам выслал отдельно яблоню мелбу, семена, вот, и выслал семена колоновидной яблони. Знаете почему? То есть мы не можем их расстрелять, мы не можем их, мошенников, посадить в тюрьму. Они правят сейчас Россией. Но дело в том, я имею в виду садовой России, в садоводстве, а то я политику не вмешиваюсь. Тут дело в другом. Колоновидные яблони можно возродить. Вот я высылаю семечки это. И у вас, я скажу, никогда не занимайтесь производством колоновидных, не только груш, слив, вишен, персиков, абрикосов. Их нет на свете ни одного. Их продают, воздух продают. А именно яблони есть. А вам нужно просто будет просить эти семечки, у вас они не замерзнут. Вот. И семечки колоновидные, яблони, баргузин. И у вас в саду будет несколько штук, это такой авторитет придает. Да я не торгую. Я, Железов, не торгую колоновидными яблонями даже. Вот. Хотя мог бы на них зарабатывать двое больше, чем на чем-то другом. Видели мои фотографии роскошные? Но при этом иметь в саду надо все, чего нет ни у кого. Вот это один из принципов уже не, ну и селекции, и того, что вы станете, извините, торгашом. Но, может быть, уже слово будет не такое презрительное. Торгаши — это они. А, ну, скажем, торговцам. Вот первая серия заканчивается, да, поняли. Яблони на яблони, груши на яблони. Вот, ну и получается так. То сейчас через 30 секунд все отключится. Получается так, что мы с вами поговорили. Я отчитался, что я выслал, что касается яблонь и будущего сада грушевого. Вот, пока так. Теперь мы переходим к серии номер 2. Оказывается, в одну серию уложиться невозможно. До свидания, друзья. Вот. На этом все. Нет, не все. Будем продолжать.